список самых эффектных деревьев, конечно, не может обойтись без легендарной японской сакуры. Считается, что именно сакура заложила традицию пикников под деревьями и философию любования цветением. Действительно, под сакурой можно предаться размышлениям о жизни, а заодно сделать десятки фото. Легенды Скандинавии гласят, цветы были созданы богиней весны, богом солнца и его супругой радугой. После процесса создания остался сиреневый цвет, так и был создан куст сирени. Это, конечно, легенда, но действительно с появлением тепла городские улочки заполняются сиреневыми кустами. И эта массовость не мешает оставаться сирене одним из самых красивых кустарников в мире. Конкуренцию сакуре, пожалуй, мог бы составить сердце. Сказочное эффектное дерево с невероятным розовым цветением. А искривленный ствол и ветви придают дереву сюрреалистичный вид. Но дерево не только эффектное и красивое, но еще и полезное. Вообще часто сердце выращивают на пасеках, потому что считается, что цветение очень привлекает пчел. А пчеловоды говорят, такой мед ни с чем не спутать. Он отличается по вкусу и обладает полезными свойствами. Если хочется разбавить розовые оттенки, отправляемся на тюльпановое поле. Здесь одним снимком не обойтись. Тирамису принцессы Ирен Манцелло Жан Ванес. 15 сортов, и каждый достоин отдельного фото. Красота. Даже слов нет, чтобы это самое выразить все эмоции. Нам больше всего понравились фиолетового цвета. Вот и необычные какие-то. Желтые очень прекрасные. Это вообще идеальное место для фоточек для Инстаграм. Самое эффектное, по моему мнению, это желтые, очень такие яркие, придают настроение. И вот эти вот коралловые, очень красивые. Для меня лично более бордовый цвет. Мне просто нравится этот цвет. Но эти тоже очень красивые, пионовидные, вообще шикарные. Популярность и эффектность локации для фотосессии в столичном дендрарии можно оценивать по количеству желающих сделать фото. И нужно признать, что этой весной сакура все же уступила лидерство тюльпанам.